Рискну предположить, что Виктора Замбиева ждет блестящая карьера. Мы здесь на ринге Бушидо. Приятно, что эти два спортсмена поприветствовали друг друга перед боем, поскольку неоднократно видели мы и другое начало поединка. Юка Мията значительно ниже Виктора, но очень хорошей техникой обладает Мията. Ну а техника борцовская у Замбиева, несомненно, значительно выше, нежели у Юки Мията. И главное сейчас, да, главное сейчас Замбиеву было сблизиться с Мията. Вот посмотрите, сразу же попытка проведения болевого приема. Спасение Мията в этом бою — это совершенно сокрушительные удары ногами. Ох, сейчас что может произойти. Неприятно, скажем прямо. Неприятно такая вертушка в исполнении Замбиева с последующим броском. И сейчас Мията движется в сторону канала. Ну, я думаю, что не заслуга Мията в том, что удалось дотронуться до каната, нежели скорее это Замбиев позволил Юка Мията подползти к канату. Вы посмотрите, как неплохо сейчас атаковал Юка Мията. Удар прям в солнечное сплетение дошел. И два уже удара пропускает Замбиев. Да, да, надо вставать и надо собираться. Молодец, Виктор, молодец. Ой, сейчас может быть неприятно для Юка. Вы посмотрите, насколько преимущество Замбиева велико. Вот особенно вот в этом моменте. Ну, Юка Мията, посмотрите, юркий парень насколько. Вывернулся из практически безнадежной ситуации. И сейчас уже Замбиев находится не в очень выгодном для себя положении. Хотя уверен, что вывернуться Виктор сможет. Да, вот великолепно. Вот за что его полюбили зрители в предыдущем бою. И, видите, даже Юка Мията улыбается, поскольку, ну, действительно, это действо. Это было нечто, переход на борцовский мост с последующим прыжком. Красиво. Ох, как бросил. Ну, красавец. Замбиев демонстрирует свои борцовские навыки, причем демонстрирует блестяще. Вы посмотрите, что он делает, а? Он просто-напросто ломает Юку Мията. Великолепно. Да, не зря я сказал о том, что... вернее, предположил о том, что Замбиев уже блестящее будущее. Как минимум, при зрительских симпатий Замбиев может получить, если бы такой приз вручался. Невероятно. Невероятно. Боже, что же он делает? Ну, молодец, парень. Молодец, Виктор. Выворачивается из любого захвата в очередной раз. Канаты 15-10. Преимущество Замбиева. По крайней мере, в счете это точно. Ну, красиво, красиво Виктор действует. Судья запрещает проведение какого-то не очень чистого приема с его стороны. Давайте посмотрим еще раз. Сложно сейчас было понять, по-моему, удар 2. Да, такого рода удары, конечно, не приветствуется. Но, как говорится, с кем не бывает. Судья это увидел, предупредил. И давайте на этом закончим судьбу этого момента. Замбиев будет бросать. Будем бросать, точно! Да, вот это было очень болезненно. 14-6, вы посмотрите. Преимущество Замбиева двукратное. Ох, что же он сейчас делал? Ай-яй-яй-яй-яй! Чистая победа Виктора, да! Молодец! Ну
что же, отечественная школа борьбы показала, что все-таки есть еще, не перевелись богатыри на земле русской. Великолепно провел этот бой Виктор Замгиев. И с точки зрения зрелищности, и с точки зрения техники, и с точки зрения любви со стороны публики, несомненно, да, не очень приятно было, конечно, японским зрителям видеть своего соотечественника в таком, скажем, прям невыгодном для себя свете, но, тем не менее, японцы умеют ценить преимущество.